Я появилась в сети, меня видно, слышно? Ребята, меня слышно? Всем добрый вечер. Давайте мы с вами проведем небольшую перекличку. Вы со мной поздороваетесь, чтобы я видела, что вы меня слышите хорошо. Алло. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? У нас с вами 4 минуты, поэтому мы подождем остальных, пока присоединятся. А я немножко расскажу о себе. Я преподаватель. Меня зовут Ешка, меня зовут Дарья. Я провожу уроки в классе немецкого языка в школе корреспондентского обучения вот уже 10 лет. Так что у меня юбилей в этом году. Не первый год мы с вами проводим вебинары. Те, кто бывал на моих вебинарах, знают, как у нас организована работа. Для тех, кто присоединился к нам впервые, я хочу напомнить и предупредить, что работаем мы активно. Обязательно присоединяйте тетрадь, ручку или карандаш для того, чтобы вы могли делать записи. Мы всегда работаем карандашом и тетрадью для того, чтобы мочь в дальнейшем воспользоваться теми знаниями, которые мы получим сегодня на уроке. Для этого лучше всего запоминается, когда вы производите одновременно несколько действий, проговариваете и прописываете. Надеюсь, меня всем слышно. Если нет, надо настроиться. Настроить нашу систему. Давайте еще пару минут посидим, подумаем, расслабимся перед началом активной работы. Так, ребята, если у кого-то плохо слышно, звук какой-то, видео настроено плохо или что-то, какие-то есть помехи, обязательно настройте до начала работы, чтобы нам с вами хорошо работалось, чтобы был уют. Я буду говорить погромче, подсоединю поближе.
Так, а теперь меня слышно? Ребят, слышно? Замечательно. Теперь мы работаем. Мы можем работать активно, раз мы настроились. Значит так, сегодня мы с вами работаем с темой, которая называется «Das Gesund Verhalten», то есть «Здоровый образ жизни». Мы поговорим с вами прежде всего о наших полезных и вредных привычках, которые нам мешают или наоборот продлевают нашу жизнь. Значит, что касается грамматики, я вам сказала, что мы работаем с грамматическим справочником «Немецкий для начинающих» на странице 6, пункт 5.2. Это будет наша прямая ссылочка на материал учебника. Могу как-то настроить, вам показать. Да? Тема у нас «Склонение личных местоимений». Эта тема достаточно простая, избитая, но тем не менее ошибки допускаются. По-прежнему, сколько проверяю работы, постоянно ошибки на эту тему у нас встречаются. Поэтому для того, чтобы ликвидировать эти ошибки, мы сегодня поговорим, еще раз закрепим этот материал. Посмотрим план вебинара. Прежде всего, мы изучаем с вами лексику по теме. Это стандартный набор. Далее, выполняем некоторые лексические упражнения для того, чтобы закрепить ее. Потом рассмотрим еще раз грамматическое правило склонения личных местоимений. Тема описана, переписана, так что мы уже многое с вами должны к этому времени знать. Поскольку это еще начальный курс немецкого языка, то, соответственно, здесь не может возникнуть каких-то дополнительных вопросов, сложностей. Но мы на всякий случай закрепим, чтобы не допускать уже ошибок наверняка. Далее проделаем обязательно грамматические упражнения на это правило. Немножечко поиграем, у нас будут небольшие интерактивные игры, но их не очень много. Будем давать полезные советы для укрепления здоровья различным людям. Немножечко послушаем, почитаем и выполним небольшой проверочный тест на закрепление основного пройденного материала. Я призываю вас работать активно, задавать вопросы по теме, по существу урока. Не отвлекаться на посторонние какие-то вопросы, возражения. И обязательно проговаривать все вслух, то, что я говорю вам в эфире, за себя повторяйте, если есть возможность, то повторять, прописывайте. А мы начинаем. Я беги. Да, вот. Значит, мы начинаем прежде всего со слов. Да? Обязательно лексическая база урока. Вот. Die Gesundheit. Die Gesundheit. Обращаем внимание обязательно на артикль. Das Gesundheitsverhalten. Das Gesundheitsverhalten. Der Stress. Der Stress. Positiv. Negativ. Positiv. Negativ. Gefährlich. Gefährlich. Falsch. Gehen wir weiter. Sich auf etwas auswirken. Я написала глагол с управлением. Управление значит предлогами и предложенными формами, которые определяют данный глагол. Мы изучаем сегодня глаголы обязательно с управлением для того, чтобы в последующем мочь применить их к нашему правилу, к своим личным местоимениям. Обращаю ваше внимание, если я делаю ударение на приставку «auswirken», это означает что? Для знатоков немецкого языка вопрос. Что означает, если ударение на приставке у глагола? Ни у кого нет предположения, что это может означать? Если ударение в слове, в глаголе на приставке, это означает что? Auswirken. Молодцы, абсолютно верно. Значит, глагол, у глагола отделяемая приставка. То есть при спряжении это будет и wirke mich auf etwas aus. Да, у нас aus будет отделяемая приставка, которая завершает глагольную рамку. И обратите ваше внимание, глагол возвратный, sich auswirken, и у него предложенная форма auf плюс akkusativ. Дальше, beeinflussen. Beeinflussen. Der Fluss по-немецки это река, beeinflussen это влиять. Ermöglichen. Ermöglichen.
führen. Zu das führen. Schützen. Schützen. Stärken. Stärken. Reduzieren. Wo ist denn jetzt über Reduktion? Оно схоже с глагольной формой reduzieren. An Akkusativ denken. Denken. Fit sein. Mit Dativ aufhören. Обратите ваше внимание, опять-таки приставку у нас отделяемая, поэтому ударение на первый слог. Aufhören. Mit Dativ aufhören. Gehen wir weiter. Die Lebensqualität, die Bewegung, die Ernährung, die Erholung, das Rauchen. Das Rauchen wird nein. Der übermäßige Alkoholkonsum, der Gebrauch der Drogen. Der Gebrauch der Drogen, die Droge, да, это у нас в том числе die Drogen напрочь. Der Gebrauch der Drogen, die Krankheit, и как синоним, die Erkrankung. Теперь мы с вами закрепляем полученные лексические навыки в упражнении. Прежде всего, я прошу вас расставить артикли, определенные артикли, перед данными существительными. Обращаю ваше особое внимание на то, что в немецком языке есть определенные суффиксы, которые отвечают автоматически, некоторые формы, которые отвечают автоматически за род существительных, которые перед вами. И прежде всего, приставка «хайт» и «унга» всегда выражают женский род. Если у вас заканчивается существительное на -ен в единственном числе и образовано от инфинитива глагола, то 100% это существительное среднего рода. У нас есть глагол «verhalten», например, есть глагол «rauchen», соответственно, существительное образовано от этих глаголов у нас автоматически среднего рода. Ну и есть некоторые формы, просто иногда приходится запоминать. Поэтому я вас прошу, напишите номер существительного и соотнесите с ним его артикль. Итак, существительное, заканчивающееся на суффикс «хайт», «хайт», «унг» женского рода. Если это существительное образовано от инфинитива глагола и заканчивается на «ен», автоматически среднего рода. Мужской род чаще всего приходится запоминать по форме. Давайте вы пока пишете ответы, а я просто проговариваю через данные существительные и перевожу вам их для того, чтобы вам лучше запомнить. Gesundheit – здоровье, Gebrauch – употребление, Erkrankung – заболевание, Gesundheitsverhalten – здоровый образ жизни, Stress – Bewegung – движение, Ernährung – питание, Rauchen – курение, Lebensqualität – качество жизни, Erholung – отдых. Ну, молодцы, давайте доберемся до последнего слова, определим его род и проверим себя. Молодцы. Значит, давайте посмотрим. Прежде всего, Gesundheit, заканчивается на Heit, женского рода. Die Gesundheit, Gebrauch, мужского рода, нужно просто запомнить, der Gebrauch. Erkrankung, заканчивается на Unk, автоматически женского рода. Die Erkrankung.
Gesundheitsverhalten. Заканчивается на ен, образовано от существительного от глагола в интенсивной форме verhalten, соответственно, будет das Gesundheitsverhalten. Stress, мужского рода, der Stress, Bewegung, заканчивается, die Bewegung, Erhellung, прошу прощения, Ernährung, та же самая история женского рода, die Ernährung, Rauchen, от глагола образовано, соответственно, будет das Rauchen, Lebensqualität, кстати, существительное заканчивающееся на umlaut, а umlaut тоже автоматически женского рода. Die Lebensqualität и Erholung und – это существительное женского рода. Die Erholung. Значит, Heid und Zeit – это у нас тоже женский род. Если хотите продолжать это упражнение, если вам запомнилось, можете продолжить, а мы перейдем на следующий слайд. Здесь задача у нас попроще, на самом деле. Вам ваша задача соединить части существительных, то есть его чаще всего у нас корень или корень с суффиксом, значит, основу существительного и его окончание. Попробуем соединить. Вы должны взять номер слова и указать полностью его форму. У нас есть erkrank, gesundheitsverhalt, gesund, alkoholkom, geber, krank, rauch, lebensqualität. Ваша задача дописать окончание к данным существительным. Ну, это формальное окончание, на самом деле это тупик, но будет с этих окончаний. Gute Nacht. Und die anderen, bitte? Я понимаю, что слова достаточно длинные для того, чтобы их написать, но все-таки вы постарайтесь, лучше запомните, пропишите обязательно эти слова. Желательно, чтобы их сделали в чате. Ребят, давайте активно, пожалуйста. У нас все-таки 8 слов. Давайте мы побыстрее предположим. Если вы не знаете по порядку, не можете составить слова, напишите просто те, которые точно знаете, в которых уверены. Gute Nacht, danke. Und die anderen, bitte. Rauch. Как мы говорим, курение. Раух – это дым. Давайте вы проделаете, пожалуйста, упражнение, а я уже начну говорить правильный ответ, иначе мы, собственно, много времени потребим только на это упражнение. Эх кан кунг. То есть у нас добавляется суффикс кунг. Gesundheitsten. Gesundheit, Alkoholkonsum, Gebrauch, Krankung, Rauchen, Lebensqualität. Nochmal was zu Rauchen, Lebensqualität. Gut gemacht. Sehen wir weiter jetzt. Теперь ваша задача написать пропущенные слова. Прошу прощения, слова, пропущенные буквы. Какие-то буковки прописаны, ваша задача восстановить слово до полной формы. Первое слово у нас пропущено две буквы на конце. Ваша задача догадаться, какое же слово там пропущено. Браво. Отлично, молодцы. Давайте мы напишем полностью слово, хорошо? Ну хорошо, пишите эти буквы, которые пропущены, но лучше бы написали полностью слово, так бы вам лучше запомнилось.
А второе слово, молодцы. Теперь у нас был der Stress, правильно. Второе это у нас движение. Die Bewegung. Der Stress, die Bewegung. Третье слово – отдых. Die Erholung. Отдых. Четвертое слово – курение. Правильно. Rauchen. Пятое – это у нас наркотики. Drogen. Шестое – это употребление. Der Gebrauch. Gut. Седьмое – это у нас здоровье. Gesund. Gesundheit. Седьмое, прошу прощения. Gesundheit. Будем. Und acht – питание. Питание. Danke. Gesundheit, Entschuldigung. Ach, ernähren. Umlaut H, ernähren. Danke. Jetzt gehen wir weiter. Sehen Sie bitte. Теперь наша с вами задача писать предложение, глагол по смыслу. Давайте с вами посмотрим, с этими глаголами будем работать. Reduzieren. Сокращать, уменьшать. Aufhören – прекращать, избавляться. Stärken – усиливать. Führen – вести, приводить к. Мы будем употреблять с вами с предлогом zu. Führen. Beeinflussen – влиять. Ermöglichen – делать возможным, способствовать. Sich auswirken – это отражаться. Ну, давайте с вами посмотрим. Seine Gesundheit zu schützen, muss man mit dem Rauchen. Помним с вами, у какого глагола есть управление mit dem. Покончить с чем-либо. Выбросить что-либо, какую-то дурную привычку. Seine Gesundheit zu schützen, muss man mit dem Rauchen. И правильный ответ. Aufhören. Правильно. Здесь для того, чтобы сохранить свое здоровье, нужно покончить с курением. Seine Gesundheit zu schützen, muss man mit dem Rauchen aufhören. Запоминайте, aufhören mit das, это покончить с чем-либо. Остановить что-либо, выбросить что-либо. Nummer 2. Um fit zu sein, fit sein, das ist хорошая форма. Um fit zu sein, es ist notwendig, den übermäßigen Alkoholkonsum zu... Чтобы быть в хорошей форме, необходимо чрезмерное употребление алкоголя сократить. Правильно. Danke. Alle schreiben auch. Все остальные тоже пишут. Um fit zu sein, ist es notwendig, den übermäßigen Alkoholkonsum zu reduzieren. Drei. Mit Sport kann man seine Gesundheit. Спортом можно свое здоровье укрепить. Stärken. Stark. Сильно. Stärken – это глагол, образованный из прилагательного. Усилить. Укрепить. Good night. Mit Sport kann man seine Gesundheit stärken. Danke. Vier. Die falsche Ernährung kann zu schlechten Folgen für die Lebensqualität. Неправильное питание может привести к печальным последствиям для качества жизни. Может привести. Zu, dativ, у нас глагол должен быть. Mm-hmm.
Wie kannst du ernähren, kannst du schlechte Folgen für die Lebensqualität führen? Danke. Schön. Schlechte Gewohnheiten können sich negativ auf die Gesundheit Перед кюн поставлено многоточие для того, чтобы вас запутать. Где должен стоять глагол в инфинитиве? Обратите ваше внимание, у вас глагол в обратный. Зихе, ауф, акузатив и сам глагол отражаться. Плохие привычки могут негативно отражаться на здоровье. Как по-немецки будет отражаться? В списке глаголов, которые вам были в начале, там только один глагол в обратный. Поскольку здесь употребляется возвратное местоимение здесь, то понятно, какой глагол должен быть. Однако ваша задача определить, где он должен находиться, в конце или перед глаголом. Aber gut, auswirken, sehr. Schlechte Gewohnheiten können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Sechs. Die Erholung soll positiv die Lebensqualität Отдых хорошо влияет на качество жизни. Хорошо влиять. От глагола река только необходимо добавить признаки глагола. Beeinflussen, der Fluss река, Отдых хорошо должен позитивно сказываться и влиять на качество жизни. Sieben. Die häufigen Bewegungen können das Gesundheitserhalten im Alltag, also в быту, в повседневной жизни. Ежедневные движения могут в быту осуществить или способствовать здоровому образу жизни. Способствовать, позволить развитию здоровому образу жизни. Способствовать. Делать возможным. Die häufigen Bewegungen können das Gesundheitsverhalten im Alltag ermöglichen. У нас с вами есть прилагательное möglich, возможно. Ermöglichen, добавляем просто признаки глагола, приставка и суффикс, и получается у нас глагол ermöglichen. Делать возможным, позволять или еще способствовать чему-нибудь. Danke für Ihre aktive Arbeit. Jetzt gehen wir weiter. Задание достаточно простое. Ваша задача написать, разбить на две колоночки наши привычки, которые перечислены слева. Выделить из них те, которые positive beeinflussen и negative beeinflussen. Unsere Gesundheit positive beeinflussen, unsere Gesundheit negative beeinflussen. То, что позитивно или негативно влияет на наше здоровье. Первое. Obst und Gemüse essen. Stundenlang am Computer sitzen. Das Zimmer lüften, проветривать. Nur Fast Food, Chips und Süßigkeiten essen. Infiziertes Wasser trinken. Sport machen. Zur Arbeit zu Fuß gehen. Oft Stress haben und nervös sein. Grüne Salate essen. Viel Cola und Limo trinken. Limo oder Limonade. Wenig schlafen. Ins Grüne fahren. Ins Grüne fahren, bewegt sich in der Природe. Vitamine einnehmen, vitamin Vitamine. Zu viel sitzen und zu viel liegen. Das Rauchen. Lange Spaziergänge machen. Spaziergänge, das war gut. Bisschen mit Fahrgut. Mit dem Fahrrad fahren. Fahrrad, это у нас велосипед. Когда же на велосипеде? Falsche Ernährung, неправильное питание. Häufige Bewegung, каждодневные, повседневные движения. Zu viel Fernsehen. Gebrauch der Drogen, übermäßiger Alkoholkonsum. Ваша задача определить, что из этого позитивно и что негативно влияет на наше здоровье. Можно написать позитив, двоеточие, негатив, двоеточие, написать номера предложений. Позитив. Позитив, что ли, лянка компьютер пиццем? Разве многочасовое сидение у компьютера позитивно скажет о нашем здоровье?
Негазированную воду пить, это позитивно сказывается на нашем здоровье? Я бы так не была уверена. Интересный факт, это пасха, это имеется в виду вода, которая не подвергается никакой обработке, никаким фильтром, ну, из крана. Если пройдем это упражнение. Значит, выбираем все, вернее, я зачитываю предложение, и мы с вами определяем, если позитив, вода не бесит. Obst und Gemüse essen. Positiv. Stunde lang am Computer sitzen. Negativ. Das Zimmer lüften, проветрить комнату. Positiv. Nur fast food, chips und Süßigkeiten essen. Negativ. Intensives Wasser trinken. Negativ. Sport machen. Positiv. Zur Arbeit zu Fuß gehen. Meine ich. Positiv. Oft Stress haben und nervös sein, negativ. Grüne Salate essen, natürlich positiv. Viel Cola und Wein trinken, negativ. Wenig schlafen, negativ. Ins Grüne fahren, natürlich positiv. Vitamine einnehmen, positiv. Zu viel sitzen und zu viel liegen, negativ. Das Rauchen, negativ. Lange Spaziergänge machen, natürlich positiv. Mit dem Fahrrad fahren, positiv. Falsche Ernährung, negativ. Häufige Bewegungen, positiv. Zu viel Fernsehen, negativ. Gebrauch der Drogen negativ, übermäßiger Alkoholkonsum negativ. Okay, gehen wir weiter. Но сейчас у нас момент испытания достаточно серьезного. Наша с вами задача писать указанные слова в кроссворд. Вы видите, что по вертикали у нас очень длинное слово, и оно у нас получится быстро откроется в том случае, если мы сможем открыть все слова по горизонтали. Ваша задача просто написать перевод слов, которые указаны слева. Употребление, отдых, стресс, движение, курение, опасного алкоголя, курение алкоголя, болезнь, неправильное качество заболеваний. Здесь и существительные, и прилагательные, и по вертикали на здоровый образ жизни. Если вы знаете, как выполнять здоровый образ жизни, конечно, вы напишите сначала слово по вертикали, и вам легче будет открывать тогда другие слова. Also, horizontale Linie, Linie und vertikale Linie. Окей. Угу. Если вы не знаете какое-то слово, вы, пожалуйста, просто пишите те, которые знаете, которые вы уверены твердо. Ну и для того, чтобы вы немножко вспомнили орфографию, вам нужно будет посчитать количество букв, которые в клеточках написаны. Качество жизни. Кто помнит, как это место качества жизни? У нас есть болезни и заболевания. Самое длинное слово у нас на вертикальной линии – здоровый образ жизни. Состоит из двух корней – поведение и здоровье. Но
Ну, давайте немножко активнее. Тут немножко осталось. 10-11 слово и первое по вертикали. Так, я смотрю, что на этом мы остановились. Ну, давайте проверим себя. У нас есть разница между болезнью, 8, и 11 заболеваний. Вы посмотрите, подходит ли в 11 к Крангхайс? Тут не подходит. Ну давайте посмотрим. Здоровый образ жизни, кто-нибудь помнит, как по-немецки это будет? Образован от двух корней. Здоровье и вести себя. Мы с вами еще говорили, что это вторая часть, это у нас инфинитив глагола, который превратился в существительный. Это шла субстантивация инфинитива. О, похвально, молодцы. Хорошо. Для того, чтобы нам легче проверить себя, я просто сделала вам правильные ответы. Посмотрите, пожалуйста, в сканворд, в кроссворд, вернее, прости, вписаны слова. Гебрау – употребление, эхолум – отдых, штресс – стресс, бевегум – движение, раухан – курение, эрнем – нет, гефиалис, прошу прощения, гефиалис, очень плохо видно. Gefährlich – это опасно. Alkohol consum – это употребление алкоголя. Krankheit – болезнь. Falsch – неправильный, ошибочный. Lebensqualität – качество жизни. Erkrankungen – Erkrankung – это заболевание. И Gesundheitsverhalten по вертикали линии – это у нас здоровый образ жизни. Danke, gehen wir weiter. Теперь мы перейдем с вами непосредственно к упражнениям и грамматической части, упражнениям и грамматике. Прежде всего, я бы хотела с вами поговорить о том, что такое местоимение. Личное местоимение в немецком языке мы должны с вами знать наизусть. Это от их до зи. Не думаю, что число третье лицо множественного числа. Значит, они представляют собой изменяемую часть речи, то есть изменяются по падежам. В немецком языке мы с вами знаем, сколько падежей. Сколько в немецком языке падежных форм всего? О, браво, конечно, 4 падежа всего лишь. Причем личное местоимение имеет только 3 формы, потому что генитива, родительного падежа, в немецком языке для личного местоимения не существует. Соответственно, мы с вами поговорим о некоторых падежных формах местоимения, которые нужно запоминать. Мы с вами рассмотрим их в таблице для того, чтобы у вас была система, на которой можно было бы опираться. Значит, переходим к таблице. Я начала номинатив, дате, факультет. Я хотела бы еще раз проговорить, что генитива для личных местоимений не существует. Может быть, кто-то может сказать, почему? Вдруг кто-то из вас знает, почему нет генитива у личных местоимений? Что, по сути своей, обозначает родительный падеж? Принадлежность кого-то чему-то, да? Соответственно, или чего-то кому-то. Соответственно, принадлежность в немецком языке выделяется придержательными местоимениями, прошу прощения. Mein, dein, sein, ihr und so weiter. Да? То есть данная генитивная форма личных местоимений переходит в притяжательное прилагательное. Соответственно, генитив просто отпал за ненадобности. Теперь смотрим. У нас с вами 3 падежа. Номинатив, и, ту, эр, зи, эс, виа, ир, зи, в множественном числе. Как «зи» – третье лицо множественного числа, и «зи» – как вежливая форма обращения на «вы» с большим лицом. Да? И указала 2 падежа. Я – датит и акузит. Датит – дательный падеж, акузит – извинительный. Смотрим непосредственно по столбикам. «Их, миа, ми». «Ду, диа, ти». «Я, им, им». «Зи, ир, зи». «Эс, им, эс». «Вер, унс, унс». «Я, ой, ой».
Und wie? Ihnen sie. Просмотрите, пожалуйста, еще раз. Проговорите, запомните. Тут нет особой логики, тут нужно просто запомнить. Если вы видите в дательном падеже, например, R и S имеют перекрестную форму. Вир в обоих падежах имеют перекрестную форму. И, соответственно, здесь нет никакой такой логики, которая могла бы вам подсказать, каким образом это можно запомнить. Лучше просто запомнить таблицы готовым образом, который предоставляет, например, вам я, или который предоставляется в учебнике, в грамматическом справнике вместе для начинающих, страница 6, пункт 5.2. Давайте с вами посмотрим закрепление. Что касается падежных форм личных местоимений, в принципе, в большинстве случаев совпадают с русским языком. Есть, конечно, расхождения, которые связаны с непосредственной логикой, внутренней логикой языка. Чем это объясняется? Историческими какими-то предпосылками, ну и непосредственно происхождением языка, потому что совпадение падежных форм не совпадает, вернее, отсутствует 100% случаев, в связи с тем, что в русском языке падежей больше, а в немецком языке больше предлогов, которые отвечают за различные падежи. Давайте посмотрим. Ты говоришь это мне. Дутак даст мир. Дательный падеж и в русском языке, и в немецком языке. Ты видишь меня, винительный падеж, и в немецком языке здесь мы тоже винительный падеж. Это я начала просто как совпадение форм. Есть, конечно, расхождение, например, я поздравляю тебя, это у нас винительный падеж кого чего, да? О, прошу прощения, родительный падеж кого чего, а в немецком и gratulieren тебе, дательный падеж. То есть есть расхождение непосредственно в употреблении падежных форм. Это связано с управлением немецких глаголов. Ну и, соответственно, в русском языке связано с управлением русских глаголов. Для закрепления проделаем несколько упражнений. Начнем с самого простого. Значит, ваша задача в ряду выбрать лишнюю форму. Первый ряд надо взять за аккузатив. Аккузатив, извините, не знаю, аккузатив. Значит, первое. Неси, ум, умс. Какая форма, одна форма лишняя, которая неправильно падеже стоит? Natürlich. Там должно быть либо «э», либо «им». Но не в коем случае не «им», потому что «им» – это у нас дательный падеж либо «р», либо «с». Ну, а свои номинации «ю», «ой», «э», «ве». Какая форма неправильная? Какая не относится к номинативной форме? Немацай. Ду, ой, э, афия. Натюрлих. Ой. Это у нас местоимение ир. Да? Вы. Множественное число, второе лицо. Конечно, с этой неправильной формой. Эта форма у нас либо дательный, либо аккузативный падежа. Дачи. Ния, ия, эс, им, инен. Какая форма неправильная? Натюрлих. Эс. Да? Потому что у нас там ум для закрепления дательного падежа. Фия. Аккузатив. Уз, ой, и, им. В четвертом у нас употреблен аккузативный падеж, и тут ошибка «инь», это номинативный падеж. Аккузативная форма должна быть «миш». Все остальные падежи употреблены по свойствам, правильно. Следующее упражнение. Ваша задача – поставить личное местоимение в той форме, которая указана. Место их уже определено. Ваша задача – просто написать правильную форму данного местоимения. «Er sagt, unser Gesund hat geschützt». Он говорит нам заботиться о нашем, хранить, сохранять наше здоровье. Он говорит нам, да. Natürlich, und er sagt uns unsere Gesundheit zu schützen. Nummer zwei, der Arzt befiehlt, советует, рекомендовать. Der Arzt befiehlt, mit dem Rauchen aufzuhören. Врач рекомендует ему прекратить курить, бросить курить, разрезать курение. Ему, это дательный падеж должен быть. Имма, natürlich, им. Nummer 2, Monika ledet. А форма и должна быть, соответственно, внутренний падеж. Ein morgen Sport zusammen zu machen. Моника меня приглашает завтра вместе заниматься спортом. Приглашает меня. Да? Ладно, это будет у нас аккузатив. И
Nicht, natürlich. Monika leitet nicht ein. Morgens Sport zusammen machen. Vier. Wir telefonieren mit heute Abend, um unsere Treffen zu ermöglichen. Мы вам звоним сегодня вечером для того, чтобы способствовать нашей встрече. Я вам напоминаю, что meet у нас употребляется в дательной форме. Поэтому wir telefonieren mit Ihnen heute Abend und unsere Treffen zu ermöglichen. Ihnen. Как бы все это выглядит. Fünf. Sie kann nicht mit ihren Worten beantworten. Она не может повлиять на них своими словами. Sie с большой буквы, это означает вам. А вам форма, это у нас совпадение с третьим лицом множественного числа. Ihnen. Wir telefonieren mit Ihnen heute Abend. Мы переходим к пятому. Sie kann nicht euch mit ihren Worten beeinflussen. Она не может повлиять на вас своими словами. Хорошо. Закрепляем. Переходим к следующему упражнению. Здесь все просто. Ваша задача заменить данное существительное на личное население правильным предложением. Die Monikas gefährlichen Gewohnheiten wenden sich auch auf ihre Kinder aus. Опасные привычки Моники отражаются также на ее детях. Ваша задача написать просто правильную форму местоимения, которая должна быть вместо Kinder. Просто пишем форму местоимения. Окей, danke schön. Das ist sehr angenehm, das zu erfahren, aber es ist nicht so. Первое место у нас на теме. Опасные привычки Моники также сказываются и также отражаются на ее детях. Мы с вами знаем, что auf у нас auswirken auf akkusativ. Die Kinder – это они, третье лицо множественного числа. Третье лицо множественного числа в винительном подвижении, форму sie, маленькая буква. Die Monikas gefährliches Gewohnheiten wirken sich auch auf sie aus. Должно быть sie. Да? Nummer 2. Der Alkoholkonsum beeinflusst negativ die Teenager. Die Teenager. Движение алкоголя негативно сказывается на подростках. Да? Teenager. Английский teenager. Teenager во множественном числе. Подростки. Мы с вами проговорили, что книга во множественном числе в первом задании. Да? Множественное число, третье лицо. На них отражается на них. На них имеется это auf sie. С маленькой буквы sie. Потому что aus wirken, sich aus ihnen auf является аккузативным. Аккузатив, третье лицо множественного числа, это будет sich маленькой буквы. Мы перешли ко второму упражнению. У нас beeinflussen негатив sich major. Соответственно, der Alkohol kommt, der Alkohol negativ, sich. Маленькая буква тоже. Правильно. Nummer 2. Alle Gedanken von Friedrich führen zu Elsa. Все мысли Фридриха ведут к Эльзе. Zu – это предлог, который употребляется только в дательном падеже. Эльза – это у нас она, не в дательном падеже, не в такой форме. Sie в дательном падеже имеет форму ihr. I-H-R. Alle Gedanken von Friedrich führen bis zu ihr. Nummer 4. Klaus denkt immer an seine Familie. Seine Familie – это она. Одна, да? Eine Familie. Она, sie по-немецки. Denken an akkusativ. Как будет mit форма? Правильно. Слово будет. Klaus denkt immer an seine, an sie. Fünf. Peter will seine Kollegen schützen. Peter хочет защитить своих коллег. Seine Kollegen – это у нас множественное число, третье лицо.
Заявительный падеж. Schütten Akkusativ. Это Sie schützen. Самое важное помнить, что у нас в немецком языке чаще всего появляется аммоним грамматических форм. То есть Sie это у нас может быть и Sie Akkusativ, и Sie множественное число. Поэтому не удивляйтесь, что одна и та же форма встречается несколько раз. Просто нужно не востокойте, немцы посмотрят, догадаются, о чем идет речь. И ваша задача просто выучить правильную форму и правильно их употреблять. И шестое упражнение. Mit meinem Feind habe ich endlich aufgehört, denkt Heinrich. Я уже наконец-таки покончил со своим врагом, думает Генрих. Да? Mit meinem Feind. Der Feind это у нас враг. Mit ihm habe ich endlich aufgehört, denkt Heinrich. Правильно, потому что mit это предательный дательный. Aufgehört mit дательный. Соответственно, дательный падеж третьего лица мужского рода единственного числа, это будет ihm. Mit ihm habe ich endlich aufgehört. Хорошо. Danke. Идем дальше. Теперь переходим к интерактивной части, к интерактивным играм. Ваша основная задача – дать полезные слова. Это будет «Ratschreiben». Für verschiedene Menschen. Also, Handgrund tut die Augen so stark weh. Er sieht keine Gründe dafür. Aber er sitzt stundenlang am Computer und sieht in der Ferne ohne draußen zu gehen. Was müssen Sie ihm empfehlen? Ganz Grund постоянно сильно болят глаза, но он не видит этому причины. Однако он целыми часами сидит за компьютером и смотрит телевизор, не выходя гулять. Какие советы вы можете ему дать? Что вы можете ему порекомендовать? Можете написать либо существительными, либо просто фразами короткими, либо инфинитивами. Дадим нашему другу Гансу Груму полезный совет. Ханс Грума тут die Augen so stark weh. Es gibt keine Gründe dafür. Aber sitzt stundenlang am Computer und sieht immer fern, ohne draußen zu gehen. Was mögen Sie ihm empfehlen? Okay, mehr spazieren zu gehen. Больше гулять, конечно. Вы можете быть просто глаголами, вы просто существительными. Okay, danke. Was noch? Etwas anderes? Hier zu gehen, mehr zu gehen, gut. Mit dem Fahrrad fahren, schön. Was noch? Okay, Wanderungen. Sport treiben und so weiter. Karin tut dem Magen weh. Sie sieht keine Gründe dafür. Aber sie isst zu viel Süßigkeit und Chips und trinkt zu viel Limonade. Das mögen Sie ihr empfehlen. Karin болит желудок. Но она не видит этому никаких причин. Однако она много ест сладостей, чипсов и пьет лимонад. Что мы можем ей посоветовать? Salat essen, natürlich. Grüne Salat essen. Warum nicht? Obst und Gemüse essen. Mit der falschen Ernährung aufzuhören. Привычку плохого питания. Ja? Mit der falschen Ernährung aufzuhören. Okay. Rolf Schutz schläft schlecht. Er sieht keine Gründe dafür. Aber bei Arbeit bekommt er zu viel Stress. Was mögen Sie ihm empfehlen?
Рольф Шут плохо спит, но он не видит этого никаких причин. Однако на работе у него очень много стресса. Что мы можем ему порекомендовать? Шлафует, да? Wer macht die Bachpassion den Raum nicht? Sehr guter Ratschlag. Und andere haben nichts? Okay, danke. Und das Letzte. Laura und Gerbert husten und fühlen sich schlecht. Sie sehen keine Gründe dafür, aber die beiden rauchen. Laura und Gerbert quasseln, sie fühlen sich плохо, но они не видят никакой причины для этого. Однако оба курят. Was mögen Sie ihnen empfehlen? Что мы можем им порекомендовать? Gut, natürlich. Mit dem Rauchen aufhören. Mit dem Rauchen aufhören. Nicht rauchen, gut. Danke. Sind wir weiter. Сейчас мы с вами немножечко почитаем и послушаем. Я буду читать небольшие высказывания по теме безумства Хайкина. Безумство Хайкина – здоровый образ жизни. Ваша задача в паузу – проговаривать. Позитивец безумства Хайкина schützt uns, stärkt die Gesundheit des Menschen. Еще раз. Positives Gesundheitsverhalten schützt uns, stärkt die Gesundheit des Menschen. Хороший образ, здоровый образ жизни, положительный здоровый образ жизни защищает нас, укрепляет здоровье людей. Die falsche Ernährung, der übermäßige Alkoholkonsum und das Rauchen wirken auf die Lebensqualität so negativ aus. Oder praktisch nicht. Wirken sich auf die Lebensqualität so negativ aus. Die falsche Ernährung, der übermäßige Alkoholkonsum und das Rauchen wirken sich auf die Lebensqualität so negativ aus. Неправильное питание, чрезмерное потребление алкоголя, курение сказываются негативно на качестве жизни. Aktive körperliche Bewegungen, Sport, guter Schlaf, Erholung und Arbeit ohne Stress beeinflussen positiv unsere Gesundheit. Aktive körperliche Bewegungen, Sport, guter Schlaf,
Erholung und Arbeit ohne Stress beeinflussen positiv unsere Gesundheit. Aktivное движение, телодвижение, спорт, хороший сон, отдых, работа без стресса позитивно сказываются на нашем здоровье. Wir müssen immer an unser Gesundheitsverhalten denken, denn die Gesundheit ist unser erstes Reichtum. Wir müssen immer an unser Gesundheitsverhalten denken, denn die Gesundheit ist unser erstes Reichtum. Мы должны постоянно думать о нашем образе, о здоровом образе жизни, потому что здоровье – наше первое сокровище. Или первое богатство. Давайте дальше сделаем упражнение. Сделаем с вами небольшой заключительный тест для проверки знаний, которые мы получили на уроке. Для степени усвоенности. Значит, прежде всего, наша самая задача – найти ошибку в каждом предложении. Ошибка может быть любая, кроме орфографической. То есть ваша задача – просмотреть каждое предложение и найти ту ошибку, которую здесь допустили. Ошибка может быть только одна, одна единственная. Die falsche Ernährung führt auf den Problemen mit der Gesundheit. Неправильное питание ведет к проблемам со здоровьем. Еще варианты ответов. Я вам подскажу. Ошибка в управлении глаголом. Führen у нас употребляется с каким предлогом? Ошибка есть в каждом предложении. Ошибка может быть только одна, единственная, и это не орфографическая. Либо грамматическая, либо лексическая. В первом предложении я вам подсказала ошибка в управлении глаголом. Глагол у нас führen, вспоминаем, какой предлог отвечает за выражение, значение вести к чему-либо. Вести к каким-либо последствиям, каким-либо проблемам и так далее. Gut. Das ist richtig. Die falsche Ernährung führt zu den Problemen mit der Gesundheit. Напоминаю с вами, что führen zu mit Datif, это означает вести к чему-либо. B. Um fit zu sein, muss man zu dem Rauchen aufhören. Для того, чтобы быть в хорошей форме, нужно покончить с курением. Мы знаем, что aufhören у нас употребляется с предлогом, как нам правильно уже указали, mit. Um fit zu sein, muss man mit dem Rauchen aufhören. Mit dem Rauchen, правильно, mit dem Rauchen aufhören. Nein. Дальше. Der gefährliche Erkrankung bekommt man, wenn kein Gesundheitsverhalten hat. Der gefährliche Erkrankung bekommt man, wenn kein Gesundheitsverhalten hat. Опасное заболевание приобретается, если у человека нет здорового образа жизни. Здесь ошибка не в предлоге. Gesundheitsverhalten у нас существительное среднего рода, поскольку Verhalten, вторая часть сложного существительного, у нас образована от субстантивированного глагола, который превращает в существительное не только средний род. Поэтому wenn kein Gesundheitsverhalten hat, здесь в этой части все правильно. Ошибка у нас в первой части, причем в первом слове, в служебном слове. Erkrankung, мы с вами говорили в начале урока, что существительно заканчивающиеся на «уг» имеют форму какого рода? Кто помнит? «Ungheit» – какой род? Правильно.
Wie gefährliche Erkrankung bekommt man, wenn er kein Gesundheitsverhalten hat? Natürlich, wie? Следующее, D. Seine Worte beeinflussen positiv Nieren. Его слова позитивно сказываются, влияют на меня. Кто знает, какая здесь ошибка? Seine Worte beeinflussen positiv Nieren. Nicht natürlich. Schon gut. Natürlich. Beeinflussen muss das только с оккупацией. И последнее. Er denkt immer an seine Gesundheit. Он думает только о своем здоровье. Er denkt immer an seine Gesundheit. Кто помнит управление глагола? Сам предлог введен правильно. An. А вот какой подвесный употребляется? Denken an. An seine Gesundheit. Natürlich, danke schon. Er denkt immer an seine Gesundheit, das muss akkusativ. Denken an akkusativ. A seiner, это форма Danke, Sie haben so gut gearbeitet. Ich bin so froh, mit Ihnen heute Abend zu arbeiten. Sehen Sie bitte, das sind die richtigen Antworten. Die falsche Ernährung führt zu den Problemen mit der Gesundheit. Um fit zu sein, muss man mit dem Rauchen aufhören. Die gefährliche Erkrankung bekommt man, wenn er kein Gesundheitsverhalten hat. Seine Worte beeinflussen positiv nicht. Er denkt immer an seine Gesundheit. Diese Kombination einfach auf das Nächste. Так, спасибо вам большое за сегодняшнюю работу. Wir haben so gut gearbeitet. Das haben Sie gut gemacht. Also, ich sage Ihnen alles Gute und bis bald. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke, Sie haben so gut gearbeitet heute. Ich bin so froh. Auf Wiedersehen.